Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – сложное предложение. Итак, чем же отличается сложное предложение от простых? Давайте разберем примеры. Гроза становилась все ближе. Что гроза, что сделала, становилась? Грамматическая основа – гроза становилась. Улетают журавли, и низкие облака заволакивают небо. Кто журавли? Что делают, улетают? Что облака, что делают, заволакивают. Две грамматические основы. То есть по структуре предложения делятся на простые с одной грамматической основой и на сложные с двумя или более грамматическими основами. Сложное предложение делится на сложно сочиненные, сложно подчиненные и бессоюзные сложные предложения. Бессоюзные сложные предложения – это предложения, состоящие из двух или более частей, связанных между собой по смыслу, интонационно, порядком расположения частей, но без союзов, при помощи таких знаков препинания, как двоеточие, точка с запятой, запятая, дефис. Примеры. Скрипят клесты, звенят синицы, запятая. Изумрудные лягушата прыгают под ногами. Между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их, точка с запятой, запятая. Печален я, со мною друга нет, двоеточие. Лето припасает, зима поедает, дефис. Сложно сочиненные предложения. Сложно сочиненное предложение – это сложное предложение, части которого соединены сочинительными союзами и грамматически независимы друг от друга, то есть находятся в отношениях равноправия и равнозначности. Основные группы сложно сочиненных предложений по значению и союзам. Первое. Соединительные союзы. Перечисляются явления, которые происходят одновременно, или явления, которые следуют одно за другим. И, да, не-ни, тоже, также. Разделительные союзы. Указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух или нескольких. Иль, либо, то-то, не то, не то, то ли, то ли. Противительные союзы. Одно явление противопоставляется другому. А, но, да, зато, же. В сложно сочиненных предложениях, как правило, запятая ставится перед всеми союзами, соединяющими их части, в том числе и перед соединительными и разделительными, в отличие от простого предложения. Звезды уже сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простора нет. Козлевич открыл глушитель, и антилопа утопилась всех в облаке дыма. Запятая между частями сложно сочиненного предложения не ставится, если предложение имеют. Общий второстепенный член. Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь. Общее придаточное предложение. Уже совсем расцвело, и народ стал подниматься, когда я вернулся в комнату. Общее вводное слово или предложение. По словам охотников, зверь в этих лесах выявился, и птица исчезла. Если оба самостоятельных предложения, соединенных сочинительным, соединительным или разделительным союзом, содержат вопрос, то запятая между ними не ставится. Следует помнить, что пара «ли-иль» в сложно сочиненном предложении, в отличие от простого, рассматривается как повторяющийся союз, то есть запятая перед «или» ставится. Как собака попала сюда и почему дверь не была закрыта? Если оба самостоятельных предложения, соединенных сочинительным, соединительным или разделительным союзом, являются восклицательными, то запятая между ними не ставится. Как приятно гулять в саду вечером, и как удивительно пахнет жасмин. Если оба самостоятельных предложения, соединенных сочинительным, соединительным или разделительным союзом, содержат побуждение, сказуемое в выраженной форме повелительного наклонения, то запятая между ними не ставится. Напиши письмо сам или давай напишем вместе. Сложно подчиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения – это вид сложного предложения, для которого характерно деление на две основные части – главную и придаточную. Подчинительная связь в таком предложении обуславливается зависимостью одной части от другой, то есть главная часть предполагает обязательное продолжение мысли. Схематично посмотрим, как выглядит предложение. В квадратных скобочках ставится главное предложение, запятая, в круглых скобочках ставится придаточное. И так слышится песня зимняя, что грех певицу обижать. Итак, типы придаточных предложений. Определительные, изъяснительные, обстоятельственные. Итак, в заключение мы можем составить опорную схему по сложному предложению. Схема памятка. Итак, сложные предложения делятся на бессоюзные и союзные. Союзные делятся на сложно сочиненные и сложно подчиненные. Сложно сочиненные объединяются союзом соединительным, разделительным и противительным. Сложно подчиненные при помощи придаточных изъяснительных, придаточных определительных и придаточных обстоятельственных. Всем спасибо за внимание. До свидания.